Хасан, что ж ты вьешься над моей головой? Чего там в регионах? Прям как сговорились все. Денег требуют. Ай! Подвели меня молодые. Напели, понимаешь, а я, дурак, старый уши распустил, понимаешь? Ну, зачем вы так? Ну, вы совсем еще и не старый. Да ладно. Вы еще этим молодым 100 очков вперед дадите. Нет уж, дубки, этим я больше ничего не дам. Я ж с ихней подачи всей стране пообещал, мол, до Нового года всю задолженность по зарплате погасим, живите спокойно. А я ведь народ никогда не обманывал, ты ж знаешь. А может, вы старый Новый год в виду имели? До него-то время еще есть. Время-то есть, да денег, понимаешь, нет. Есть! Есть! Есть, есть такие деньги. А где же они их нарыли? Вчера еще ни копейки не было. Где-где? На Западе выклинчили, где же еще-то? Нет, мужики, им больше взаймы не дают, дураков нет. Даже на Востоке, не то что на Западе. Компанию, небось, какую-нибудь толкнули с аукциона по дешевке, и все. Да какая разница, господа? Это всего лишь немного оттянет агонию. Все равно этот режим долго не продержится. Не скажи. Они сейчас деньги раздадут, народ расслабится и классовую ненависть утратит. А потом жди, пока она опять проснется. А я очень хотел бы сначала посмотреть, как они эти деньги раздадут. Ну, не почтой же, понимаешь, отправлять-то. Еще чего. Я вон племешу в Оренбург осенью еще кроссовки послал. Так он их до сих пор ждет. Ну, а через банки еще хуже. Они же их крутить станут. Кроссовки? Да какие кроссовки? Я про деньги говорю. То-то я думаю, зачем банку кроссовки крутить? Борис Николаевич, вы извините, что вмешиваюсь, но, по-моему, здесь надо искать какой-то нетрадиционный путь. Правильно, ё-моё. Надо деньги с самолета сбрасывать. На почте украдут, в банке заныкают. А из самолета, ну, куда они денутся-то? Загружаем и точечное бомбометание. Воронеж, Саратов, понимаешь, Волгоград. И так до Дальнего Востока, ё-моё. Оставляешь? А кто их, интересно, сбрасывать будет? Ты же и будешь, ё-моё, с Курчавым на пару. Вы президенту слово давали, вы выполняйте. Борис Николаевич, идея, по-моему, хорошая, а? Хорошая-то хорошая. Но только самолеты нынче сам знаешь, да? Если что, замов-то мы тебе новых подыщем, не проблема. А вот деньги где брать? Так что, ребята, давайте, как говорится, от земли не отрываться. Мою Лившиц. Нетрадиционный путь. Сидели бы сейчас дома в тепле, как люди. Так нет же, трясись через всю Россию, как все равно какие-нибудь зэки. Ну что же, ничего не поделаешь, это наш долг. И это? Это не наш долг, это ихний долг, молодых, ё-моё. И мы с тобой тут ни при чем. Ну, я, по крайней мере. Это что у тебя такое? Это пакет. Мне его президент перед отъездом дал. Так там, небось, суточный. Чего ж ты молчал-то, ё-моё? Нет, там не суточный. Там предписание секретное. Ё-моё! Вы что, дрова, что ли, везете? Первая остановка. Рязань. Есть Рязань. 3 мешка. Здравствуйте, дорогие рязанцы. Привет, привет. Здорово. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за терпение и выдержку. Мы всегда знали, что можем положиться на вас, совершенно понятно. Да ладно, пошел ты. Деньги давай. Давай. Вот, возьмите, пожалуйста.
С Новым годом вас, с прошедшим. И с Рождеством наступающим. Я вам того же. А еще мешочек-то не подкинете? Вон у вас сколько, а? Вы знаете, извините, больше никак нельзя. А то другим не хватит. У нас все строго по списку. Жмоты! Жмоты! Перестаньте, перестаньте. Ладно. До свидания. От всей души желаю вам счастья, понимаете? Уезжаем. Борис Николаевич, вам подкрепиться бы надо. Ай, да я и так, понимаешь, крепко сижу. Да нет, я в том смысле, что чайку. Отдайте и детям. Ну что, где они? Только что проехали Челябинск. Так. Нет, до старого Нового года не успеют. Успеют. У них, значит, другого выхода нет. Иначе им сюда вход заказан будет. Понимаешь? Понимаю. Ничего. Скоро второе дыхание откроется. Как бы раньше первое не закрылось. Обидно, что никто даже спасибо не скажет. Хватит деньги и бежать. Обидно, совершенно понятно. Нам и не такой крови стоили, а? Да. От наших людей разве дождешься благодарности? Как там у Пушкина-то? Они любить умеют только мертвых. Боюсь, Анатолий Борисович, вам это не грозит. А что вы имеете в виду? Это да? А смерть, да? Я имею в виду посмертную любовь. Ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. Ой, ничего. Это бестолку, ты же не Змей Горыныч, ё-моё. К сожалению, нет. Слышь, а давай глянем, что там в пакете, а? Нет, я не могу. Вы не обижайтесь, но я правда не могу. Ну, вы же военный человек, вы должны понимать. Ну, ты-то штатский, можешь и нарушить, ё-моё, а? Вы будете смеяться. Ну, я тоже лейтенант. Какой ты лейтенант-то? Запаса. Ё-моё. Подъезжаем к Иркутску. Остановки не будет. У нас времени нет. А как же деньги отдавать? Как? Молча. С Новым годом. Надо же, успели, ё-моё. Это совершенно понятно было, что успеем. Мы с Анатолием Борисовичем всего-то поспеваем, да? Ну вот, теперь можно и вскрывать. Интересно, что там? Я так думаю, там ордена, там награды. Уж больно тонкие для орденов-то. Тогда, значит, там указы о награждении. Липшиц, не тяни, я сейчас умру. Ну, молодцы, поздравляю. И горжусь вами, не подвели, понимаешь?
президента России. Но расслабляться значит рано. У нас с вами еще дел не в проворот. Так что отдохните часок и обратно по тому же маршруту. Будете налоги собирать. Деньги-то у людей теперь есть. Так что счастливого, как говорится, пути и до встречи.